Захвативший заложников в Москве художник пошел за решетку с легкой душой. Преображенский суд Москвы арестовал до 24 июля жителя столицы Александра Борового, захватившего семью в заложники. Об этом, ленте.ру, сообщили в суде в среду, 30 мая. Мера пресечения избрана по ходатайству следствия. Следственный комитет опубликовал в мессенджере «Там-там» видео с судебного заседания, в котором обвиняемый объясняет мотив преступления. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок к объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.